Камень короля Хрольфа вновь обрел форму. Тогда остается лишь одно. Была ли это месть или правосудие? Их не всегда различишь. Что ты теперь будешь делать со Скофнунгом? Буду использовать. Нет! Ты осознаешь, что в нем заключено? Я уж не говорю про души берсерков. Использовать во благо. Это не сотрет его прошлое. Нет. Но история этого меча еще пишется. Будущие поколения сравнят добрые дела и злые, и сами оценят. Ты сильно изменился с нашей первой встречи, брат.
У меня был мудрый советник, брат. Жаль жителей Асгарда. Еще больше жаль беженцев из Мидгарда. Узнать, что бог, которому они отдали все, настолько к ним равнодушен. Вот это предательство. Да уж, им придется восстанавливать не только свои дома. Часто бывали в этом храме. Забегали к Броку и мчались навстречу следующему приключению. Тоскуешь? Да. Тогда все казалось проще. Согласен. Покрасуйся. Это пригодится. Она не в лучшем состоянии. Как и все мы. Кратос,
Помнишь, как я впервые привела вас с Атреем сюда? Словно целая жизнь прошла. Я помню. Именно твои советы помогли нам исполнить последнюю волю Фей. И твои тоже, Мимир. Еще одна надпись. Яри и Сомра. Брат, здесь можно раздобыть еще один ингредиент. Этот ингредиент был в рецепте. Как они сюда добрались? Они были видными путешественниками. Яри родился в Мидгарде. Он должен был стать воином, найти себе жену, встретить доблестную смерть. Но он все это отринул и ушел. Он выбрал свой собственный путь. Я не удивлюсь, если мы обнаружим их метки и в других мирах. Здесь снова надписи Яри и Сомра. Где-то здесь еще один ингредиент. Мимир, расскажи еще про Яри. Покинув семью, он скитался по мирам в поисках чего-то неназываемого. Но эти странствия не принесли ему упоения.
пока он не встретил другого скитальца, который искал нечто похожее, неназываемое. Это был Сомр. Надо найти последний ингредиент. Еще одна надпись. Последний ингредиент в рецепте. Встреча Яри и Сомра. Ах да. Так вот, они решили, что лучше странствовать вдвоем. И не так одиноко. Да. Они быстро прикипели друг к другу. Их трапезы вошли в легенды. Говорят, после ужина с ними можно было не есть еще пару недель. Это был последний ингредиент. Мы можем отнести их к котлу в Мидгарде. Вон, посмотри. Закончишь историю? С радостью. Говорят, Яри и Сомр поклялись в вечной дружбе на полях Йотунхейма. А? Как они смогли добраться до Йотунхейма? Не знаю. Суть в том, что они прошли через множество походов, повидали места одно краше другого. Но оказалось, что более важна не конечная цель, а сам путь, проделанный вместе. И что за то, у чего нет названия? Это и был их дом. Яри и Сомр обрели его друг в друге.
нашел твоих детей? У меня, наконец-то, полноценная семья. Ну, хотите о чем-то спросить напоследок? Я кое-что хочу узнать. Очевидно же, давно пора поговорить обо мне. Совершенно точно нет. Что? Почему нет? Как можно принижать мои достижения? Простите, спесивца. С годами он становится только громче. А почему нет? Я в одиночку занимаюсь мировым древом. Если бы не твой дружок, миры отвалились бы с ветвей быстрее, чем ты успеешь сказать «неблагодарные». Вообще он был прав. Управляться с древом в одиночку – непростая задача. Конечно, он был прав, друг мой Мимир. Но петь самому себе дифирамбы – это же так невоспитанно. А кто еще станет мне их петь? Что ты хотел узнать? О, я напрочь забыл. Ну и славно. Тогда до встречи. В общем и целом, вот и все. Доброй дороги. Все, наболтались уже. Проваливай. Мы возвращаемся к Чарли? Да. Он будет мной недоволен. Да. Чарли. Прости, я... Мне нет никаких оправданий. Я сделаю все, что смогу. Я знаю, но я не могу остаться. Надо так много сделать. Кратос, надо найти того, кто будет за ним присматривать. Постоянно. Фрея, взгляни. Тяни лист. До встречи, Чарли. Скоро.